что можно купить. Вот так вот, смотрите, в Питере паркуется. Вот встречная полоса, а вот встала просто и припарковалась. И не уезжает, просто включила аварийку и все, и пофиг. Вот так вот ездят в Санкт-Петербурге приезжие. Из других городов не думают, что это местный контингент. Сейчас я выгоню. Вот так встали посреди дороги и все, и больше никуда не двигаются. Вот специально, специально не буду объезжать. А это видео выложу в ГИБДД. Пусть прилепят штраф. Просто человек остановился и просто не хочет никуда уезжать. Вот так припарковался.